Вас приветствую, дорогие зрители. Сегодня 10 февраля. Хочу показать вам цены на субботнем рынке в районе Махмудпласт. Хочу вас проинформировать, что мы занимаемся также денежными переводами. Это такие, как Золотая Корона, Riet Money Transfer, Tranglo, InPay и тому подобное. Моментально денежные переводы. Выдаем лиры. Вы скидываете нам с карты Тинькофф, с карты Сбер там и другие карты рубли, а мы вам моментально выдаем лиру по курсу того дня. Также у нас есть обмен криптовалюты. Помогаем в денежных переводах по другим странам. Обращайтесь. Курсы у нас самые нормальные на этом рынке. А также, кого интересует недвижимость в Алании, заранее приезжайте или заранее до вашего приезда дайте мне знать, я подготовлю портфель. Есть бюджетные варианты, также премиум варианты по хорошим ценам. Сегодня где-то 20-19 градусов тепла. Прекрасная погода. Привет! Так. Снимем цены на рынке. Так, помидоры. Ну, эти большие помидоры, 35 лир. Вот вкуснейшие помидоры. Вот это самый вкусный помидор. Я его обожаю просто. Желательно не ставить этот помидор в холодильник. Порезать пополам. Взять соль, вот так насыпать туда и съесть. Идемте дальше. Очень вкусно. А вот у меня когда обещали третий? 125 лир стоит коровье молоко. Зелень от 10 лир и выше. Крапива 10 лир. Авокадо штука 20 лир. Кстати, это шалфей. Адачай говорят, но есть еще другой адачай. Буне адачай. Куда адачай? Это горный адачай, это равнинный, не знаю. Там. 15 лир стоит. Мандарины 25 лир. Хурма 70. Айда, абе! Значит... Айда, айда, гитчез! Шелковица. 100 лир пакет. 100 лир клубника. Ну, через 2-3 часа цены немножко упадут на 80 лир. Ближе к вечеру. Вечером тут... Цены подешевле. Морковь 20 лир. Гранат 30 лир килограмм. Можете посмотреть соотношение цен. Я снимал ролик 2 недели назад. Бананы 20-25 лир. Яблоко 25. Гранат 25 в этой стороне. 30 лир яблочки. Мандарина 20 лир. Болгарский перец 35. 30. Помидоры 30. Ага, мелкие помидорчики. Помидор 60 лир маленький. Это тоже вкусные помидоры, но те, которые я вам показывал в начале ролика, вот большие, да, вот они вот так вот вырезайте пополам, вот так. Туда вот так соль и съедайте. 50 лир болгарский перец. Баклажан 30-40 лир килограмм. Ага, что еще есть? Пассифлора. Кто не видел, вот такая большая. Я такую не видел. Такую именно, большую пассифлору. 150 лир. Папайя 60 лир килограмм. Желтый болгарский перец 40 лир. Картошки 20-25 лир большие.
Поменьше 20 лир. Лук тоже 20 лир килограмм. Капуста килограмм 20 лир. Манго! Фрукт звездочка трогать нельзя. Карамбола. Да. 100 лир штука. Манго 150 лир. Пардон. Арбуз. Гранат здесь 40 лир. Ну, гранат 20-25 лир. Вечером будет 20 лир. Мандарины вечером будут 15-20 лир. Сейчас 25 лир. Апельсин 15 лир. Вечером будет где-то 10 лир. Здрасте, здрасте. Так, еще что есть там? Ага. Что еще вам показать? Грейпфрут 25 лир килограмм. Лимоном 15 лир килограмм. Здесь клубника подороже, как видите, 120 лир. Не знаю, может слаще она. Груша 50 лир. Большие яблочки 50 лир. Желательно купить мелкие, у них более витаминов больше. Я так думаю. Груша 25 лир. Вот интересные помидорчики желтые, черри. Понюхаю сейчас. Да, пахнет настоящим помидором. 60. Так. Так, сниму фотографию. А вот эта хурма называется помидор урма, видите? Она самая вкусная. 80 лир. Помидор. Встаньте с дивана, там, где вы сидите, идите купите помидор и съешьте его. Не забудьте соль туда макнуть. Накинуть соли. Так, огурцы 25 лир. 35 лир баклажан. Вроде... Фрукты, овощи я вам показывал, сейчас покажу своим, пардон, не понялся, грибы. Мантарная когда? Мантарная когда? Мантар 100 лира бар, 80 лира бар. Бу не когда? 100 лира. 100 лир стоит. Килосу? Йок с пакеты? А, вот этот пакет 100 лир стоит. Что еще вам показать? Ну, здесь перец, мелец, цен пока не вижу. Здесь тоже орешки 300 с чем-то лир. Молочные продукты. Творог 110 лир. Пулум 100. 150 афьон пейни. Так, здрасте. Эзирне сколько стоит? 250. 250 эзирне. Вот это, да? Чанаккале. 250 лир. Здесь камера светит, спасибо. Оливки. 160 лир, 180 лир. Тереа, не когда? Оригиналы. Оригинальное, настоящее сливочное масло 330 лир килограмм. Остальное подешевле. Так, киви тоже покажу, цена 40 лир килограмм. Ну, сыры меняются цены, от 110 лир, 100 лир можно даже. Дячки нету. Итак, цены на фарш 400 лир, Мигрос магазин. Гертан, это хвост, кажется. 299, 450 лир это мясо, ростолюк,
10% скидка, 450 лир. Сотелик вот это мясо дробленое. Она контрфиле 510 лир. Антрикот 530 лир. Баранина перзола. Это ребрышки почти 600 лир. Вот это баранина тоже 510 лир. Скидка есть. Кузу филето 460 лир. Ляшка 435 лир, баранина, килограмм. Это ляшка, что? А. Это задние ноги, это передние ноги. 475 лир. Что сказать? Рыбу скажу теперь. Рыба из таврит 60 лир килограмм. Чепура. Чепура 270 лир. Это искусственная, то есть не морская. Вот морской лебрек 990, почти 1000 лир. Сазан 160 лир. И скорпит вот красная 340 лир. Кефаль 160. Простой лебрек это сибас 240 лир. Искусственный в аквариумах, а не контейнеров. Простая. Все, кальмар. Форель 150 лир. Текир какой-то, вот эта рыбка, не знаю, что за рыбка, 100, 200 лир. Короче, ставим лайк, подписываем наш канал, пишем комментарий. Не пустили снимать цены. Всем пока-пока.